Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Прокачка. Сегодня мы поговорим о том, как есть сладкое и не толстеть. Итак, как же есть быстрые углеводы, сладенькое какое-то пироженькое и не потолстеть? Нужно учитывать общую суточную калорийность. Вы не будете толстеть, пока у вас общая суточная калорийность не будет превышать расход энергии. Общий расход энергии в течение суток. Если он будет приблизительно расход и получение энергии приблизительно равным, вы будете оставаться в пределах этого веса. Если у вас калорийность, общая калорийность рациона выше, вы будете набирать вес. В том числе и жировую массу. Если у вас калорийность будет снижена, а расход чуть-чуть выше, то вы будете худеть. Поэтому, чтобы есть сладкое и не толстеть, нужно учитывать общую суточную калорийность рациона, чтобы она была ниже общего расхода калорий в течение суток. Не забывайте подписываться на канал Прокачка и ставить лайки к видеосюжету. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Прокачка. Сегодня мы поговорим о том, как есть сладкое и не толстеть.